158. И ставка на сид, да? Считаем. Вроде две цифры. Получается две. Две? Да две, все правильно. Окей. Победил? Вау. Получается с победой. Так, тут СХ1. ПКМ0. Три красных. А это аналог стик, да? По-моему. И пеня. Деревянная пеня. Так, скорость 0.86, дамаг 3.59. Скорости нету. Терза 3.68. Терзы из-за, видимо, стика много. Скорость, конечно, отвратная. К провалу были близки. К провалу близки не были, но забеги странные были. Так. О, денежки сразу. Хорошо. Интересно, рума на одном хп могла быть. Особенно из-за чемпионов. И еще денежки. Ну, пока прям польза. Пока мега польза. Это пока пусть настаивается. Это можно потом забрать. Знаете, я, наверное, готов на это пойти. Я не фанат того гриба, но у меня скорости нет. Только из-за скорости. Бля! Там могла быть секретка. Не успел добить. Доктора Тырсу высматривали. Мне кажется, я, по-моему, тоже два раза смотрел. Но даже второй раз это было 1000 лет тому назад, по-моему. Прям очень давно. Но он, по-моему, в говно скатился тоже. Где-то в середине или типа того. И с ней раньше. Не помню уж. Дамаг теперь, конечно, мощный. Не, здесь не будет больше стерзапов. Не надо. Либо я найду сою, это будет еще смешнее. Давай не будем хилиться. Окей. Давай мы не будем хилиться. Да, вроде нормально. Он будет хилиться. Ок. Пойдет.
Сейчас сделал как-то неправильно, было взять сначала. Сначала взять Тирзу, чтобы мне дали листики, потом фармить, ему полароид залутать. И да, это ёбаный Тирзап, сука. Блять, ебаный гриб. Уже жалею, что его взял. Я уже жалею, что я его взял. Ебаная помойка, не айтем. Вот потому я эту хуйню и не беру. Потому что каждый раз хуйня получается с ним грибом. Он только мешает, не помогает. Ну просто скорость была нужна, я за скорость взял, мне скорость хуёвая была. Так бы я это говно брать бы не стал. Только ради скорости. Так, у меня хп, кстати, нихера нет. В общем-то, надо аккуратно. Все хп-то опустошил. Опасненько. Босс сундук через два блока триггерится. Наверное, не помню. Может, у него две клетки зрения. Возможно, и две, а не одна. Не помню. Я об этом потом весь забег буду жалеть. Я не хочу эти бомбы с самонаводкой. Хотя, когда у вас ракеты и фетус, то прикольно, но только в этом случае. В остальном не особо. Так, я могу купить синее хп. Или что-нибудь за 7, прикольное. Сейчас сходим. Здесь или там не могло быть? Там могло быть. Пинь. Корень. Абсолютно бесполезный магаз. Это получше. Это уже получше. Опа. Я себе находка. Блин, еще одно. Тут же поломное хп, да. Смешно получилось. Смешно вышло. Фармим. Кого и где мне фармить? Привет, понян. Пусть ангела, где я буду его фармить? Через что? А, Сакрума. Да не, это ебланство нахуя. Ангел ебаный параш. ХП до хера, мне нужен дьявол наоборот. Он завис, а не развис. Он призадумался что-то. Брим жду каждый раз с собой, что версия без брима. Умри. О. О, это еще и букворм, давай. Господи. На кончиках. На кончиках пальцев. Так, куда мы шли-то? Не вижу нихуя. А вниз? На лэмбо забег. Все, пошли дальше. Пошли дальше. У меня костяное сейчас сверху, да? На костяное, но я все не хочу идти в узкую, наверное, керсу.
блин, бля. Я себе их еще больше стал со второй кнопки. Вау! Спрыжок. Как же оно боится. Почему боится? А потому что... Абатон. Абатон. Точно. Пойся. Пока в таком очке. О, Имперор! Опа! Опа! Это уже интересно. Может, вторую ран все-таки маленько подсократим тогда. Но надо найти какую кучу красного и сокруму. Да, очень даже может быть. Блять, это бомба. Аккуратно. Никуда не одел, нормально. Стоп троллинг. На лэмбо этого хватит. Ну, с фулл хп, если полечу. С фулл хп этого билда хватает на один файт. Ну, наверное. А может, не хватит, ну? Да, еще смешнее будет. Тогда все вместе посмеемся просто. Ну, сокрум нет, я понял. Свои сокрумы херу вижу. В любом случае. Просто я их не получу, видимо, в этом забеге. Это мне не надо. Ты здесь? Удобно. Не-не-не-не. Это мне сегодня уже предлагали. Не-не-не. Спасибо, но не. Конжуин, честно, так этот айтем не люблю. Он так мешается под ногами каждый раз. Ой, говно. Не, не взял. Не захотел. Причем паролил звезду ангела в Керстай. Я такой подумал, нахера мне звезда, если мне рану двери осталось 2 этажа. В итоге... Звезду в Керстай паролил. Невыдуманная история великих роллов. О, можно автомат починить. Наконец-то. Наконец-то. Хуяси. What the fuck? Я столько денег отдавать не хотел. Ладно. Я, кстати, получил 2 удачи. Удача, я тренкет получил на удачу только что. Уже год геймера. Урон никогда не получаем. Игра строго-строго без урона. Ни в билде, ни по мне. А, он на камень пытался улететь. Это он так меня боялся, что он пытался на камень от меня улететь. У него ничего не получилось. Но он пытался. Это неправильный прок. Белое уже явно не нужно.
Ты сделку дашь побольше. А у меня есть мухи или пауки? Как будто нету. По-моему, нету. Деньги не стоит тратить на эту херню. По строке. Так, перестань. Странный пин. Интересно, босс. О, тут испуг его контрит. Приятно. Тут испуга встает на месте. Блять, он, сука, сыт еще до приземления, урод. Как же эта хуйня бесит, пиздец. Какой же ублюдский файт. Телефраги как на этом дебилириуме. Такая же хуйня. Только чуть получше, чем на диле все же. Не настолько жестко. Муха. Теперь у меня есть мухи, вау. Блять, я бы на самом деле улетел. Я бы нахуй улетел, но тут, наверное, нету сокрумы. Не было этом румы тоже. Поискать. Привет, конфич. А чё я не жму? Тут нет сокрумы. Хотя она может быть справа. В теории еще справа может быть. Не били по стрикам, кто бы их бил. Дабы успели. А, стоп! Это грума справа оказалось. Тут ВР не так бьются быстро. Сильно много нужно фармить. Замороженная хуета. Вообще давай белый теперь. Теперь я больше хочу это белое хп, наверное. Сыпец. Пошел. Ну вообще давай, ладно, заберу. Деньги вроде уже появились, маленько. Имею право. Давай тебя пофармим. The magician. Фармерем. Нам вниз. О, я успеваю на бусраж. Хотя, нихуя не факт, что успеваю. Был-то довольно хуёвый. Хотя я знаю, куда идти при этом. Это муха сильная. Особенно из-за хайп-майнда, но как же ей хуёво пользоваться. Что если на босса, может, все-таки успеем реально на бусраж? Может, там что найдем по билду? Довольно не очень весело. О, это очень хороший тринкет. Это охеренный тринкет.
А я хз. Вообще, надо все-таки сюда, наверное. Скорее всего же сюда. Ну, фулл карты нет. Даже дофармим по-любому. Где фулка? Да. Потому что это импресс. Это не она. Бланка. Опять бланка. Подожди, опять бланка импера, что? Еще одна. Так, это, конечно, смешно, но мне нужна фулл карта. Ну, хотя теперь она нужна меньше. На самом деле теперь она нужна поменьше. Я теперь могу, в принципе, бланку импера нажать на бустраше. Ладно, похуй тогда. Пох. Бомжа фармить времени нет точно. Забрать бланку. Просто пофигачили тогда. Тогда это вариант. Тогда это вариант. Так, негатив. Блять. Попал по ней. По-моему, нет. Вот это было хорошо. Давай. Найс. Белки нету. Это берем. Давай вторую часть конжоинда, блять, ну и говно, конечно. Хотя, слушай, планета даже могла быть... Блин, может быть даже сыграть планету, у меня уголь же есть. С углем она хорошо работает. Может быть зря я не взял планету. Это даже не шутка. В этом забеге, может, даже планета была бы хорошо. Конечно, звучит странно, но... Реально. Это могло быть неплохо, возможно. Уже поздно. Здорово. Сейчас ты будешь с карт-ломба. Хорошо, по-моему, его распиливают. Да нет, я вообще не помню, когда видел последний раз матриарха на самом деле. Не помню. У меня сливка одно время пропала каждый день. По 4 раза за день. Подсливка, да. Я это... Ну хотя ладно. Ладно, хуй с тобой, корону активируем. Тебя брать вроде ты не собирался. По-моему. Жена. Ура, удачи. Брюки. Не, нихуя не получилось.
сложно. И вообще в репе, может, он даже больше и не получается делать. В репе это хоть раз делал или нет. А, Мейс, спасибо. Ну, как раз ладно, бланку заряжу. Наверное. Ух, хп, окей. Спасибо. Блин, бомба есть, но у меня суккуб. Я из-за суккуба не смогу сделать штуку смешную с этим сатаной. Мы давно не делали. Давно фазу не скипали финальную. Ну и ладно. Блять. Ебаное, блин, место там, где надо стоять, чтобы он тебя не хуярил. Неудобное место, капец. Пиздец, его муха просто сожрала. Ёпта, опять воет. Неделя что-то реально не успокаивается. Уже сколько дней подряд. Все приходит и приходит. Нихуя себе библиотека. Библиотекашная. Капец, сильно, она просто ей, типа, тяжело пользоваться. Она очень сильная, эта муха. Она прям очень ебашит. А, конжоинт не сделал, да, все-таки? Кому не похуй уже, наверное. На один файт. Я бы тем более корону бы потерял из-за этого конжоинда. КЗ даже было ли это вообще выгодно. Может, даже не было выгодно. На самом-то деле, если так подумать. Мне кажется, корона важнее. Бля! Пик спин ебанул. Я уже не ожидал. Ну ладно. Лет 158. Две бланки импера за день. Смешно. Смешные стрики получаются.